Убийца микробов. Бобруйский завод биотехнологий выпустил антисептик для рук. Комбинация ингредиентов, наполнение флаконов и упаковка. Все происходит в этом стерильном цеху. Здесь в составе 65% этилового спирта, который является основным действующим веществом для уничтожения микробов, бактерий. Вот, ну, добавки глицерин, загуститель. Парфюмерная отдушка. Коронавирус подстегнул спрос на дезинфицирующие растворы, рассказывает директор и добавляет. На производстве среагировали моментально. Парфюмерию и косметику с очищающими свойствами штампуют с бешеной скоростью. А новый антисептик специально разливают в литровые бутылки, чтобы хватило на всю семью. Я как журналист должен лично себе проверить его качество. Подержите, пожалуйста. Ну, знаете, на самом деле, и руки становятся мягче, и запах приятный, и надеюсь, что больше на моих руках нет бактерий. Медики советуют не увлекаться очищающими жидкостями. Антисептик – лишь альтернатива мылу. Протирать руки каждые 5 минут бессмысленно. Достаточно обрабатывать 5-6 раз в день. Антисептик следует наносить на сухую, чистую кожу рук, выдерживать его на руках в течение 15-30 секунд. Не забывайте растирать, покрывать полностью поверхность кистей. То есть не забываем про внутреннюю, наружную поверхность и ногтевые ложа. Эксперты сходятся во мнении. Здоровый образ жизни куда эффективнее параноидальной гигиены. Максим Кимбель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.